Христос воскресе! Так много рассказать хотелось, о стольком поведать. Поэтому долго думал, о чем поговорить сегодня. И решил. Ни о чем. Мысли вслух. Ну как ни о чем? О чем-то все равно поговорим. Разве возможно такое, чтобы говорить совсем ни о чем? Хотя возможно. Вот, например, сериал был пару лет назад. «Кармелита». Такую песню испортили. А вот как это могло быть. Но я не о том. Сериал был долгий, события какие-то происходили. А теперь вопрос. О чем был сериал? Да ни о чем. И попробовал бы тот, кто смотрел, сейчас вспомнить хронологию событий. А популярный был сериал. Но никакого следа в умах не оставил. Разве что только рядовой обыватель пару слов цыганских выучил. Лавена, не... Что они? Колдунья по ихнему. Причем убило, что оказывается колдунья может быть православной. Вот это прикол! Хотя, по идее, только за одно обращение к колдуне полагается от церкви отлучать. Оно и понятно. Ну какой ты верующий, если ты вместо Бога к чародеям обращаешься? Кто-то скажет, ладно, мы не такие, это для бабушек сериал. Хорошо, отвечаем на вопросы. О чем была 7-я серия «Интернов»? Может быть, ты помнишь 16-ю серию «Универа»? Ты попросту убил свое время. И его уже никогда не вернуть. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. И вот так вот вся жизнь. Ни о чем. Люди, у вас есть выбор. Не хавайте то, что вам подсовывают. Так что поменьше зомбоящика, побольше добрых дел. Бог в помощь. С вами был и Романах Александр Митрофанов. До встречи в эфире. Да, сегодня в паломничество уезжаю. Вернусь, расскажу. А так, вы предлагаете темы, на которые хотели бы поговорить? Всех с началом поста.